что Оксана когда-то организовывала концерт Вене Дыркину. И не один даже, да, по-моему? Недалеко отсюда. Недалеко отсюда, вот. То есть и авторов вот, «Новой волны», я думаю, многие из вас, может быть, знают даже лично, потому что, я не помню, Никита Дорофеев приезжал к вам на фестиваль? Вот, да, мой, да. Ну вот, да. И вот я вам расскажу сейчас, во-первых, ну я скажу, что я спою его песню сейчас, Никита Дорофеева, да. А у нас с ним было интересное знакомство такое. Вообще, эту песню я услышал, будучи в Красноярске. Мы там были на гастролях с группой «Проект ХБ», и нам организовывал концерт «Красноярский клуб авторской песни», молодежный. И у них, значит, это прям удивительно, в Красноярске много молодежи, слушающих авторскую песню. Ну, это факт, да. Там бы не прокатила моя шутка, конечно, да, про 19 лет. Там бы пришлось бы петь там по 16 с половиной или что-нибудь такое, но нет. Да, в общем, смысл в том, что мы после концерта сидим в гримерке где-то, и прям ребята сидят, что-то поют песню такую классную. Я говорю, а что это песня? Говорят, это Никита Дорофеева песня. А мы уже с ним до этого познакомились, и это было удивительное знакомство. Дело в том, что мы познакомились на фестивале в городе Шуя. Это такой небольшой городок в Ивановской области. И там, вот несмотря на то, что город сам по себе небольшой, но очень такая серьезная постоянно была движуха, то есть там люди такие активные, организаторы, что-то постоянно какие-то фестивали, там какие-то концерты, там, ну вот было одно время, там прям движ был мощный. И летом, значит, я приехал туда на фестиваль, на улице у них такая была пешеходная зона, и там, значит, этот фестиваль прямо в центре города, а я выступал вообще с такой электронной программой, этот фестиваль закрывал, ну как самый такой громкий, самый мощный танцевальный артист, вот. Я не всегда, видите, играл с гитарой, еще я танцевальные могу, сегодня не буду, конечно, исполнять, вот сегодня видели, да. Такой у нас больше, как это сказать? Камерный. Вот, молодец, да, молодой человек, сказал, да, камерный концерт. А там, значит, был прям такой танцевальный мощный сет, и я не видел, если честно, кто вот выступал до меня, потому что мы там что-то в гримерке где-то, что-то там сидели, с кем-то общались там, и, в общем, вот это все, да. И на следующий день... А все гости, и музыканты, и кто приезжал там из соседних городов, все ночевали в гостях у организаторов, такой большой дом у них, и на улице такой огромный двор, и там прям люди ставили палатки, ну, реально человек 70 просто в этом дворе, вот такой движ был после уже фестиваля. И утром, значит, я такой просыпаюсь, выхожу во двор, и там такой костерчик такой горит, и сидит какой-то паренек, небольшой, росточек такого, небольшого, да. И поет песни двум моим знакомым шуйским девушкам. Вот, я думаю, ну, наверное, тоже, наверное, шуйский местный парень поет песни, значит, какие-то. Ну, думаю, кто будет в 10 утра петь, сидеть песни тут на улице. Я такой сел, значит, тоже слушаю. И он, значит, поет одну песню, прям такую, ну, прям хорошую песню, прям неприлично хорошую для шуйского парня. Так уж честно, прямо скажем, да. Я такой думаю, ух ты, такой, да. Он еще одну он поет песню, еще лучше даже. Я такой прям, я, ну, как бы, так, со свойственной, конечно, мне иронией, но честно говорю, типа, братан, говорю, ты не бросай это дело, молодец, у тебя получается. Он, конечно, офигел, вот все будет, ну, потом, как бы, мы уже смеялись, да, а в этом году, когда он уже... Мы встретились с ним на Грушинском фестивале, а он в жюри сидел, я подхожу, говорю, вот, видишь, не бросил, говорю, вот, пожалуйста, все, как бы, и дело пошло, да, так что такая у нас была с ним веселая история знакомства, я с удовольствием спою вот его песню. Приходят смелее и злей, путая траекторию корабля. Робот глядит на небо и дышит пеплом сухих морей. Скоро над горизонтом взойдет земля. Создатель заведет солнце на 5 часов утра лета. Робот опускает глаза, нет ответа. Я знаю, кто-то и днем, и ночью там наблюдает за мной. И мой огромный, огромный мир так далек и мал. Кто бы вы ни были, различите в эфире мой позывной.
мной. Земля, земля, я посылаю тебе сигнал. Скоро распустит солнце протуберанцы густых волос. Метеориты в звездной плывут пыли. Робот глядит на небо, в его глазах лишь один вопрос. Кто там не спит на той стороне земли? Создатель включит орбиты, добавит звездного света. Робот повторяет вопрос, нет ответа. Я знаю, кто-то днем, ночью там наблюдает за мной. И мой огромный, огромный мир так далек и мал. Кто бы вы ни были, различите в эфире мой позывной. Земля, земля, я посылаю тебе сигнал. Посылаю тебе сигнал. Я посылаю тебе сигнал.